Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, ну что, открыть колоду. Давай, сделаем. Открываем. Так, нам выпадает здесь Донателло. Так, дальше пойдем, наверное, серию испытаний. Быстренько пробежим. Начнем вот отсюда. Возьму Макмана, Армагона. Возьму Кожеголового, Леонардо и Ваньку. Ваньку Стиранка. Такой командой. Такс. Саблезуб, да? И два дрона. Кланфутовца. Ну что же, поехали. Так, минус Саблезуб. Растоптали. Ты смотри-ка, он еще успевает выстрелить. Ты глянь на него, а. Хламонус шастый. Так, ну что, последняя у нас волна здесь. Ага, значит, муха и острозуб. Так, добьем, наверное, муху и острозуба. Нормально, Макман побоксировал. Сразу вынес его с поля боя. Ну что же, отлично, ребят, прошли. Так, заберем здесь награду. И пойдем теперь сражаться в поединках. Кстати, да, ребята, за кадром набрал я нужные нам ДНК. То есть Рокстеди и Бибоп, все эти ребята классические, хотят у нас прокачаться. Но не хватает у нас мутагена. Так что наша цель сегодня, ну, сегодня вряд ли мы, конечно, накопим 20 тысяч мутагена, ну, хотя бы на одного. А пока мы ищем нашего Микеланджело. Где же он у нас спрятался-то? Не понял я. Так, Майки, ты куда? А, вот же он, Микеланджело видение. Так, ну что, нам нужно 3 кошки. Давай искать. Так, одну нашли. Вторую. Давай третью. Так, 3 кошки есть. Дальше что нам нужно? 5 шляп, вот этих вот. Так, это тыква. Это мутаген. Опять тыква. Только лишь одна шапка. Вторая. Нужно 5, да, я говорил? Так, третья. Четвертая. Пятая. Так, ну что, 5 шляп нашли. Что там еще нужно? 8 пленок с катушкой. Так, ну что, наверное, задание, я так понимаю, выполнили, нет еще? Слушай, не выполнили еще пока. Там должна появиться двоечка у нас внизу. В плане. Пицца закончилась, я еще задание не выполнил. Это что такое? А, я в сложном бою не поиграл. Ё-моё. Так, ну что, друзья мои. Испытание. Классическая бойня нам уже не нужна. А вот здесь, пожалуй, я, наверное, побегаю. Но бегать нужно очень аккуратно, потому что противник 70 уровня. И как бы мы можем тут нарваться, причем круто. Так, вырубаем для начала морозильную кошку. Так, а Макман-то не упал. Ай-яй-яй. А если из гранатомета? Так, Тимати, ну ты-то куда? Танцуешь тут. Растанцевался. На тебе. Так, переходим на вторую волну. Смотрим, здесь у нас Монда Гека, Эйприл и Кейси Джонс. Отлично. Да ладно. Какая-то слабая, ребята, вот карайка, если честно. Может быть, ну, конечно, 71 уровень не такой сильный, да? Но все равно, друзья. Так, запечатали. Давай теперь запах изо рта. Понизили защиту и теперь ракеты. Круто. Так, ребят, ну что, первое мы прошли. А вот интересно, как дальше нам быть. Так, снаряжение союзники получили. Как вот здесь-то нам проходить? 80 уровень. Ну, это однозначно убирать придется. И, наверное, даже придется нам убрать Джастина. То есть, как бы топовые бойцы только идут. Ну что же, приступим.
Даже Пита не уничтожили. Но ёк-макарёк. Бросай гранату. Что он будет? Хиляться, конечно же. А что он еще может сделать? Только лишь хиляться. Так, берет провокацию. Так, сейчас мы его, ребята, ушатаем. Этого железноголового. Раз. Кастетом. Два. Так, на второй волне. У нас хила нету в этой команде. Вот что плохо. Бросаем бомбочку. И ракеты. Да ладно, морозильная кошка выжила? Вы серьезно? Еще и захиляет. Прикинь? Ты. Вот теперь сиди и думай. Что бомбочка у нашего зэка — это полная лажа, ребята. Ладно, давай действовать по-взрослому. Как Мондагек это еще выживает, я вот не пойму. Так, у нас еще осталось... Опа, у нас базука осталась. У нас есть валун от Армагона. Вау, вот это я понимаю, мощь. И базука. Все, было очень красиво, ребята. А вот интересно, третье испытание, мы сможем пройти? Вот какие ты ставки делаешь? Сможем ли мы пройти? Ой, это интересно даже для меня самого. 90 уровень, ребята, 90 уровень, это не шутки. Так, если, например, ракетами. Нет, надо расстреливать, потому что сейчас она Эйприл начнет хилять, нам это как бы вообще не надо. Так, Армагон выдержал. Этот, как всегда, провокацию берет. На тебе. Переходим на вторую волну. Смотрим, кто у нас здесь. Воу-воу-воу-воу. Так, ребят, ну тут надо масуху. Тут надо масуху. И лишь бы сейчас этот не захилял, а. А он хильнет. Ну вот как так можно играть, а? Так, и этот еще и провокацию на себя берет. Слушай, вы не... Не припухли ли, а, ребята? На-ка валуном. По репе. И выжили же. Ты понимаешь, они выживают. Да. Так, ну здесь постепенно урон. Так, попробуем Макмана удалить. Так, Роквелл. Меткость понизили мы. Ребят, нам хиляться бы надо. Желательно срочно. Вот как вот тут, вот как вот с этой командой я должен тут справляться, друзья? Ну, скажи мне на милость. Они же сейчас тут начнут все буянить. Замедляшка сработала только на одного. Сейчас начнутся. Так, сейчас зэка, наверное, уронят. Конечно же уронят, ребят. И что делает? Так, сейчас будет ходить слэш. Или морозильная кошка. Давай к пулеметной дробь. Да ладно, ты прикинь, мы прошли, ребята. Ванька круто, конечно, круто сыграл здесь. Пулеметную дробь вовремя подключил. И, ребята, все у нас уцелели. Так, ну что, теперь можно попытаться... Получить снарягу. Так, 30 жетонов. Доллары. Вот оно, эксперт снаряжение. Получили. Катушка, как раз она нам нужна. И все, ребят, больше у меня ни на что не хватает. 810, а нам нужно для того, чтобы приобрести ДНК. Сколько нам надо? 830. Ребята, еще немножко, ребят, и мы с вами возьмем. И это будет уже 80 жетонов. Так, ну что. Да, пиццы нету, забыл совсем. Но мы можем вот здесь пиццу, кстати, заработать. В легкую. Кто нам помешает? Никто. Нам нужно всего лишь на один поединок. Так что нормально будет. Кашель меня этот запарил, если честно, ребят. Не обращайте внимания. И заранее извиняюсь, если тут дохать. Просто не хочется, сдерживаешь, а щекотит горло и приходится, ребят. Так, ладно. Давай мы сейчас... Ну, где там?
Опять я потерял его. Да и... Вот он. Что там тебе нужно? Катушки, да? Все. Типа нашли катушки. Выполнили задание. Так, ребята, и поднять уровень персонажа. Ну, естественно, мы с тобой идем на... Лига мастеров 3 звезды, 54 ранг. Вообще не скинули. Ни на грамульку. Шучу. Скинули, конечно, ребят. До 54 места мы же были в топчике, да. Ну что, попробуем так. Армагон плюс Ванька. У Ваньки как с инициативой-то? Да вроде бы норм. Тут майки нету, нету. Хана нету, карайки нету. Так что должно быть все хорошо. Давай пулеметную дробь. Вот и все. Сейчас мы с тобой займем, наверное, 45-я позиция будет у нас. Угу. Так, и двигаемся дальше. Возьму здесь Макмана, Кожеголового и Кренга. Плюс вот этих двух оболтусов. Блин, ребят, у нас мало поединков будет. Вряд ли мы сможем накопить 10 тысяч мутагена, к сожалению. То есть, наверное, нам уже придется это тогда переносить на следующую серию. Я думаю, что сегодня сможем хоть кого-то пробать. Но в любом случае, ребят, приятно знать, что у нас Бибоп и Роксади, да, станут пятизвездочными. То есть уже не надо будет на них искать ДНК, что-то там запариваться. Там только лишь дело в осколках, и все. Ну что, 35-ю позицию или как? Окей. 35-ю дают. Давай вот эту возьмем команду. Блин, ребята, горло щекотит, блин. Так и хочется выкашляться, но... Блин, как вот вовремя все, а. Заранее извиняюсь. Ну куда ты, ну майки, ну хорош. Лезешь ты тут со своими коробочками пиццы. Так, и... Ну давай смертельную волну, фиг с ним. Готовы. Шик и блеск. Ну что, 25-я будет позиция, наверное, да? Отлично. Получается, еще 3 поединка нам нужно будет отыграть. Возьму Рафаэля, возьму майки. Так, так. И, наверное, вот так. Попробуем. Ну, естественно, Рафаэль возьмет провокацию. Майки сейчас будет уклонение делать. Это стандарт. Окей. Замечательно. Так, ну что? Нет, давай ударим. Провокацию, наверное, возьмем. Лучше взять на Рафаэля, чем на Рокзара, поверь мне. Чего? Крис, ты не смог пробить? Ой-ой-ой-ой-ой, хорош, дядя. Так, у кого-нибудь есть массовая атака? Да ты запарил, а? У кого-нибудь массовая атака есть? Так, минус Дони. Давай на всякий случай захиляемся. Пробивной. Так, давай вот так вот когти выпустим. Ага, минус Бибоп. И минус Рафаэль. Ну что, это был, по ходу дела, предпоследний у нас поединок. А хотя, подожди, сейчас мы займем 15-ю позицию, да? Нам нужно будет еще два тогда поединка сыграть. Ну, давай, например, возьмем вот эту вот команду. Есть с кем нам играть? Так, Усаги, Джастин, Шредер. Да, в принципе, есть. Ну, еще один поединок придется. Тогда на откатах, да, сыграем. Поехали. Так, Рубилова. Окей. Так, теперь шиповки. Все. Усаги и Супер Шредер сделали свое дело. Ну а мы занимаем 5-ю позицию, получается. Так, ну что же, последний поединок у нас будет Армагон и, пожалуй, наверное, Леонардо. Раз, два, три.
Армагон и Лео. Ну что, сейчас будем кромсать. Окей. Дальше вертушка. Шикарненько. Ну что, ребята, все, что мы могли, мы сегодня сделали. Мы забрались в топчик. Мы собрали ДНК. Теперь мы будем знать, что у нас Бибоп и Рокстеди уже... Ага, есть контакт. Кого бы первым прокачать, а? Кого бы нам первым прокачать? Ну, давай возьмем Бибоп. Пятая звезда. Шикарно. Все. Все, ребятушки. Дело за малым. Осталось Рокстеди еще. Так, а у нас тут поднять уровень персонажа. Я даже не смогу, ребят, никого прокачать. Прикинь. Поднять уровень персонажа не смогу. Потому что если минималка, там, по-моему, у нас идет 5900, а у меня 2800. Твою налево, а. Ну что, покупать что ли, ё-моё. А, была не была. Так, 4. А, подай, нам еще не хватает. Ёк-макарёк, ты что, серьезно что ли, Рэй? Нам еще и не хватает. Я в первый раз, друзья мои, за всю игру покупаю мутаген. Ты не поверишь. И это все для того, чтобы сделать ежедневку. Да ладно, еще и не хватает. Еще и не хватает. Это я уже потратил сколько получается? 330 баксов потратил я? Рэй, что-то с тобой не то творится. Видимо, болезнь на тебе сказывается. Совсем уже... Совсем уже плохим стал. Ладно, друзья мои, давайте Рафаэля качнем на 56 уровень. Заберем свои ежедневки. И на этом будем сегодня заканчивать. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.